16 серии турецкого сериала «Ты расскажи, Кара Денис», вы узнаете о том, как Нефес и Тахир объединили свои судьбы для спасения Египта. Однако именно сейчас они начнут настоящую войну. Они решительно намерены сражаться с жизнью рука об руку. Сначала Тахиру приходится поднять Нефес с места, где она упала. Но когда Тахир сам упадет и обезумеет от боли, он увидит силу, которая скрывается под хрупким видом Нефес. И это очаровывает его. Нефес, создавшая для Египта сказочный мир, чтобы он смог противостоять в аду Ведат. А также в этом аду она создаст любовную песню для себя и Тахира. Эта песня старается заглушить крики народа во главе с Анией, что он не сможет жениться на разведенной женщине. Однако пока она не услышала голос Ведата, поклявшегося отомстить. Нефес и Тахир поженились. Ведат обезумел и поклялся убить Тахира, но он не сможет совершить убийство своими собственными руками, поэтому он составит план, в котором Тахира убьет кто-то другой.